В храме прихода Кафедрального собора Рождества Христова Солигорска почти трое суток находилась локотская икона Божией Матери Умиления. Каждый желающий мог прийти, поклониться и прикоснуться к святыне. Как известно, чудотворная икона Божией Матери Умиления поддерживает молящихся в часы тяжелых испытаний и угнетающего душевного состояния. У святыни просят о помощи в решении конфликтов и примирении враждующих сторон, о семейном благополучии. Кроме того, женщины и девушки нередко обращаются к иконе Богородицы Умиления с просьбой о счастливом замужестве, рождении здорового ребенка. Икона Божией Матери Умиления Локотская является копией иконы Божией Матери Умиления. Икона Божией Матери Умиления была любимейшей иконой нашего старца, преподобного Серафима Саровского. Последние дни своей жизни он молился перед иконой на коленях стоя и принял также и почил. Видя эту икону, любимую святого старца, жительница города Локоть Брянской области вырезала из календаря, сделала календарь с этой иконы. И она находилась в домашнем иконостасе. В 1998 году она замироточила. Эта икона, на Софрино был изготовлен оклад. Также еще проявилась еще с двусторонний рукотворный образ Божией Матери. То есть на обратной стороне иконы появился нерукотворный образ Пресвятой Богородицы и копия Туринской плащаницы. Стоит отметить, что чудотворная икона прибыла в Солигорске с старых дорог. Следующим городом, куда отправится святыня, станет Гродно.